Ярослав Храмей, главный арбитр этого матча. Он из Воронежа, и он дал стартовый свисток к началу встречи. Волга в желто-черном. Илья Максименков, номер 4. Валерий Чупин, 88 номер. Евгений Воронин, 37-й. Удар по воротам. Это первый удар створ в этом матче. Отметим, что его наносят младшие по классу. Это Волга, Амкар. И там Мираби Уриди, брат Георгия Уриди, сумел добиться победы в серии пенальти, в том числе благодаря вот сейчас параллельно с нашей игрой в чемпионате Беларуси. Началось минское дерби. Динамо против Минска. Удар по воротам. Ну а Волгоград из этого самого дивизиона золота пробился в первую лигу. Но если говорить о том, кто активнее в эти первые почти 20 минут, ну, я бы сказал, что Волга. Еще один момент у Георгия Уриди. Смотрите, как здорово на финтах он разобрался с Кириллом Дудкиным. Совсем недавно 80-летие в Волгограде отмечали 2 февраля 2023 года. Момент и гол! Момент и гол! Момент и гол! Волга открывает счет. Это Дмитрий Каменщиков. Он удалился в игре против брянского «Динамо». И именно поэтому он попал сегодня в стартовый состав. Попал не просто так. Попал для того, чтобы открыть счет в этом матче. Младшая команда второй лиги, дивизиона «Серебро» второй лиги, открывает счет. ВАР нет, поэтому этот гол в любом случае будет засчитан. Дмитрий Рахманов начал эту атаку, дотащил мяч. Сделал передачу на левый фланг. Ну а дальше, посмотрите, успевает сыграть на опережение Дмитрий Каменщиков. И именно он становится главным героем этого эпизода, так же, как и Георгий Уриди, который разгонял эту атаку через левый фланг. И на повышение в Химке, был в Томи, в Текстильщике, в Ростовском СКА, в Калуге. И вот теперь в Ульяновске, по-моему, мяч за пределами штрафной был. Несколько опасных атак и предголевая передача. Вот этот эпизод. Спасибо коллегам. Нет, вовремя. Пошел в дриблинг и выигрывает борьбу. Проходит штрафную. Момент. И никого на добивании. И еще разок дриблинг Жиронкиной. Посмотрите, как легко на скорости сейчас многоопытного Шумских, уступающего в скорости, да, но тем не менее, обыгрывает Виталий Жиронкин. И дальше повезло ротору. А пока в прежнем составе ротор атакует. Удар по воротам. Это Камлышев. И тут уже Волге везет с отскоком, но атака продолжится. Еще одна скидка. И момент! И момент! И Болотов дал ему такой шанс. Давайте еще раз смотреть, как это было. Во-первых, отличная передача как раз от Болотова на Камлышева. Тот пробил и не лучшим образом с мячом справился Еремеев. А дальше вот эта серия отскоков и провал обороны Волги. Младшие в классе ведут здесь дома на стадионе труд имени Льва Яшина. Свисток на перерыв от Ярослава Храмея. И да, в том числе и повела. Там как раз пространства было не так много. Атака через левый фланг. Здорово на чужой половине. Здорово. Это Тюрин. Подача в штрафную. Момент. Это могло быть очень опасно, но здорово по позиции сыграл молодой Денис Еремеев. Давайте посмотрим. Классный перехват здесь от Тюрина. И дальше зрячая передача на свободного Михаила Агеева. Еще одна атака Волги. Момент. И здесь могла быть голевая передача у Дениса Рахманова, который заложил вираж, вошел в штрафную и делал пас на дальнюю штангу. Там Дмитрий Каменщиков, который был очень близок к дублю. Давайте еще раз посмотрим. Выбросился защитник. Легко его Денис Рахманов. Точная Георгий Уриди здесь. У него отличный дриблинг. Он входит в штрафную. Убирает соперника. Нет. Не сумел ни соперника убрать, ни точную передачу сделать. В какой-то момент показалось, что уже поехали ноги у защитника ротора. Сейчас ответная атака и гол. Ответная атака и гол. И вот из той атаки Волги, нереализованной Уридией, вырастает ответная. Михаил Агеев сравнивает счет. Офсайд, кричат со скамейки Волги, кричат с трибун, но здесь ВАР нет, поэтому пленку уже не отмотаешь назад. Мы сейчас на повторе увидим, но здесь, конечно,
Нужно будет посмотреть, не было ли положения вне игры. И дальний удар. Дальний удар, с которым отлично справляется Вадим Аверкин. Вообще неплохой матч. И атака ротора в самой концовке. Удар поворотом. Гол на офсайд. Гол не будет засчитан. Синхронно потянули руки вверх центральные защитники «Волги». И самое главное, руку вверх поднял главный арбитр. Перед этим взмахнул Валерий Чупин. Атака продолжится. Уридия. Мяч штрафной. Уридия. Быстрые его ноги. И пас отличный. Чупин. Еще одна попытка. Удар. Удар не получается. Там положение вне игры. Но вряд ли об этом думал Минаев, который находился на ударной позиции. Но переиграть Вадима Аверкиева не сумел. И тут же финальный свисток. Вот момент от Чупина. И посмотрите, он попадает в Мурзу. И да, положение вне игры. Серия начинается. Морозов. Разбег, удар, гол. Гол. 1-0. Ротор повел. Итак, Чупин против Аверкиева. Разбег. Удар. И от руки. От руки Вадима Аверкиева. Касимов, забивший из офсайда и не принесший победу ротору в основное время, очень легко. Удар. И со второй попытки Вадим Аверкиев. Минут на поле. Илья Кухарчук. Его разбег. Удар. И снова без шансов для молодого вратаря «Волги». Так, Артур Мурза против Вадима Аверкиева. И вот тут уже без шансов для вратаря ротора. И в первый раз разбег защитника ротора. Удар. И спасает свою команду. Разбег игрока «Волги». Удар. Ух ты. Прошил сначала сетку. Удар. И еще одно спасение. Еще одно спасение от Дениса Еремеева. Полуфинал пути регионов. Разбег. Удар. Паненко. И гол. 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 Решающий удар от Романа Минаева. И команда Михаила Белова проходит в пятый раунд пути регионов. Младшие в классе идут дальше. Друзья, на этом у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо коллегам за работу. Меня зовут Михаил Масаковский. Всех, кто сегодня болел за «Волгу», с победой!